Вот такое кулинарное безобразие у нас сейчас будет. Какие красавчики. А это, я не помню, где мы это. Карамельки покупали. А хлеб зашли около пекарни. Хлеб. Вообще, там такой запах был. Мы сначала ушли, а потом обратно вернулись. Маленький. Черненький. Ну, еще совсем мягкий. Ну, шоколадку себе взяла. Буду лакаться. Еще такой чай купили в пакетиках вечером на ужин. За ужином попьем чайку. Мужу купила такой бокал для коньячка. Вот такой бокальчик. Маленький, хорошенький подарок. А сейчас будет главное блюдо. Коронный выход товарищей. Мы сейчас проверим, живы они или нет. Какая прелесть! Ё, вообще ужас! Ей хорошенький! Ничего себе! Ай, домашние животные! Действительно! Ай, все живые, все хорошенькие! Божечки, какая прелесть! Сейчас мы их съедим. Такие они там прям вот клокочут. Все живенькие, красивенькие. Пока они живут. Все, вода закипает со всеми приправами. С лавровым листиком. Здесь у нас окунь. Солененькая уже. И туда сейчас отправится. Все раки. Вот, итого 38 раков. Все это вышло 1,80 кг. И стоили они 590 рублей за все эти раки. За всех раков отдали. То есть пол килограмм 550 рублей стоит. Сейчас они закипят. 5-7 минут прокипят. Накроем крышкой, и они настоятся. И у нас будут такие обалденные. И очень вкусные раки. Так. Следом у нас еще идет кукуруза, помимо раков. Будем ее запекать. И немножко каждую кукурузину полью растительным маслом. И на противень постелила от кукурузы рубашки. Сверху тоже чуть-чуть прикрою. И отправлю в духовку запекаться. Вот и кукуруза уже почти допеклась. Еще немножечко. И будет уже хорошенькая мягкая кукурузка. Да, она уже мягкая. Все, это кулинарное безобразие у нас готово. Настоялось, отлежалось. А такие красавчики получились. Ароматные. И сейчас мы их будем поедать. Все, кукуруза тоже запеклась. Раков мы уже едим. Я уже даже объелась. Кукурузка такая красивая, запеченная, сладкая. Сейчас попробую. Вот она не такая, как вареная. Конечно, такую кукурузу очень хорошо делать на костре, на угольках. Но кукуруза сама по себе сладкая, сочная. Очень вкусно. В общем, всем приятного аппетита, хорошего вечера, хорошего настроения. Всем пока-пока.